Всем привет! На ТВЦ выходит новый мелодраматический сериал под названием «Сказка о женской дружбе». Тихая размеренная жизнь смотрителя маяка Федора, его жены Полины и сына Славы переворачивается, когда в их город приезжает известный художник и первая любовь Полины – Дмитрий. Полина решает встретиться с Дмитрием, а Федор признается Славе, что он не родной отец. Слава шокирован от этой новости. В надежде изменить свою жизнь, скромный, всегда ранее избегающий развлечений молодой человек окунается в ночную курортную жизнь, где встречает настоящую любовь. Всего одна ночь круто меняет не только его судьбу, но станет ли этот поворот счастливым для всех? Премьера четырехсерийного сериала «Сказка о женской дружбе» состоится 21 сентября на ТВЦ.